ДТП произошло поздно вечером 1 ноября в пригороде Владимира. Водитель автомобиля ВАЗ-2104 на огромной скорости въехал в бетонную автобусную остановку. По предварительной версии, 30-летний водитель автомобиля ВАЗ-2104 по невыясненной пока причине допустил выезд с проезжей части, после чего столкнулся с бетонной автобусной остановкой. Водитель с множеством различных травм был деблокирован из разбитого авто. Около половины второго ночи 2 ноября мужчина скончался. Берегите себя и своих родных, и не забудьте подписаться.